Дети верят в чудеса, как никто другой. Свои письма Деду Морозу написали давно. Но сейчас они сами в роли сказочного волшебника дарят чудо взрослым, которым оно просто необходимо. Школьники сложили в красивые коробки одежды, продукты питания, сладости и подарки, сделанные своими руками. Все это для наших героев. И вот наши дети совместно с родителями устроили такую акцию. То есть давайте поздравим наших бойцов. И эту прекрасную акцию поддержали все родители. То есть вся начальная школа первой гимназии поддержали эту акцию. И вот в течение 2 недель эта акция проходила. И каждый класс комплектовал свою коробку. И вот, посмотрите, мы ее назвали «Новогодний привет из Симбирска, из Ульяновска», и что мы гордимся, верим и ждем. Родители и учителя с особым трепетом рассказывают детям о современных защитниках Отечества и об их подвигах. Малыши стараются поддержать и подарить частичку праздника каждому солдату. Для своих героев ребята приготовили самодельные открытки, рисунки, письма, елочные игрушки и поделки. Для моей семьи это особенно важно, помочь сейчас в таком жизненно важном вопросе, как оказать помощь нашим бойцам. Мы собрали все самое необходимое, продукты, которые не портятся, и одежду. Мы написали письмо и открытку, вложили туда небольшую шоколадочку с добрыми пожеланиями. Такой праздничный гуманитарный груз согреет не только тело, но и душу солдат и станет настоящим новогодним чудом. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.